Дорогие воспитатели, уважаемые коллеги, я счастлива приветствовать вас на этом замечательном форуме, где мы можем много изменить для наших детей, для страны и для нас самих. Мы, специалисты дошкольного образования, мы профессионалы, и мы с вами знаем, что самый важный период в жизни человека – это именно дошкольный возраст. Нам не нужно доказывать, что именно в это время закладываются основы личности каждого человека, что формируется человек в возрасте до школы, и что от нас это все зависит. Нам это доказывать не надо, мы профессионалы. Но, тем не менее, очень хорошо, что ученые доказали важность и ценность дошкольного детства. Она доказана всему миру, и теперь весь мир знает, что вложения в дошкольный возраст, они самые эффективные для человеческого капитала. Джеймс Джозеф Хэкман, американский экономист, Нобелевский лауреат, он получил Нобелевскую премию за это, за то, что он доказал, как важно обращать внимание на дошкольное образование. Теперь весь мир знает, и правительства многих стран стали уделять внимание дошкольному образованию, выделять средства, развивать программы, разрабатывать образовательные программы дошкольного воспитания. А что же у нас в России? Что делается у нас в России, много сказала Любовь Духайна в своем выступлении. В России дошкольному образованию уделялось всегда большое внимание. Вот если галопом по Европам самые реперные такие точки обозначить в нашем дошкольном образовании, российском и советском, то мы, конечно, начинаем с Выгодского. Лев Семенович Выгодский, он теперь на знаменах всех исследователей дошкольного детства. Любой, кто занимается дошкольным детством, он себя считает последователем Выгодского. Именно Выгодский обозначил зону ближайшего развития. То, что помогло, то, что изменило наш взгляд на дошкольное воспитание и помогло нам во многом по-другому взглянуть и на ребенка, и на дошкольное образование. Потом в России впервые в мире была принята государственная программа дошкольного образования. Это было сделано запорожцем в Институте развития дошкольного образования. Не было в других странах государственных программ. Мы были первые, мы были лучшие. Но жизнь не стоит на месте, когда началась перестройка. Вник школа, исследовательский коллектив под руководством Вадима Артуровича Петровского. Они разработали современную концепцию дошкольного образования, которая легла в основу последующих многих документов, в том числе ФГТ, ВГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования. В 21 веке дошкольное образование стало ступенью в нашей, в России, у нас в стране, стало ступенью образования, законодательно это признано, и были разработаны федеральные государственные требования. Слава богу, они продлились недолго. Государственное ФГТ, на мой взгляд, катком прошлось по образовательному пространству дошкольному. Наверное, все педагоги дошкольного образования помнят, как это было странно, когда с вас требуют работать по стандартам, по программам, которые соответствуют этим федеральным государственным требованиям, а программ еще нет. Тем не менее, еще запомнилось из ФГТ, наверное, всем, то, что была атака на занятия. Даже слово «занятия» стали запрещать. Мы стали использовать нелепое сочетание слов «организованная образовательная деятельность под руководством взрослого». Такое ощущение, что разработчики федеральных государственных требований, разработчики ФГТ приравнивали занятия к уроку. Но это же не так. Мы же с вами знаем, что занятие – это не урок. Это не урок, это что угодно, но не урок. Это не должно быть уроком, и никогда этим не было. Теперь занятия реабилитированы. Федеральные государственные образовательные стандарты, они колоссальный шаг вперед по отношению к ФГТ. Нам стало проще, нам стало лучше. Там есть недостатки, можно к чему придраться, но тем не менее стандарт
Это здорово. Это здорово, и мы работаем по нему, но жизнь не стоит на месте. Веракса Николай Евгеньевич, он вводит новый термин. Это новый шаг вперед в исследовании детства. Этот термин он еще не устоялся, но я уверена, что скоро мы все будем говорить о нем так же, как мы говорим о зоне ближайшего развития Выгодского. Это пространство детской реализации. Что такое пространство детской реализации? Это возможность ребенку себя реализовать. Если в советское время у нас ребенок воспринимался в первую очередь как объект воспитания, в концепции дошкольного воспитания мы его называем субъектом, то есть мы пытаемся идти вслед за ребенком, ребенок субъект образования, то Николай Евгеньевич Веракс говорит, что ребенок не просто субъект, он личность. Мы должны воспитать личность. Он будет сегодня выступать, он об этом подробно скажет. Я не буду останавливаться, но я считаю это открытием, то, что он делает. Так. Ну, все. Так, нет, не все. Так. Вот. В России Любовь Николаевна Духанина, которая выступала в самом начале, она сказала о том, как много делается в нашей стране для дошкольного образования, для образования вообще, для дошкольного образования в частности. Но мы с вами знаем, что прекрасные цели, прекрасные задачи не всегда решаются хорошо. Как говорится, хотели как лучше. Посмотрим, что получилось. Была у нас задача поставлена, извините, я вернуться должна. Собственно, об этом Любовь Духанина уже говорила, но я буквально бегом. Задача была у нас обеспечить 100% доступность детских садов. Прекрасная задача, много сделано хорошего, построили сады, электронная очередь, много чего сделано. Однако... К чему это еще привело? Какие побочные отрицательные эффекты? Это то, о чем уже говорилось. Это стали закрывать ясельные группы, стали переоборудовать все помещения под групповые комнаты, сняли ограничения в санпинах на численность, и теперь по 30, 40, 50 детей можно напихать в группу, лишь бы не было этих очередей. Понятно, что воспитатели перегружены, качество дошкольного образования падает. Зарплату. Об этом тоже говорилось. Хорошая цель, прекрасная, повысить зарплату. Но как это делается? Делается за счет кадровой оптимизации. Полторы ставки, совмещение должностей заставляют выполнять то, что мы, воспитатели, не должны делать. Воспитатели отлучают от ребенка, у него нет времени ни моральных сил, ни времени заниматься детьми. Опять, к чему это приводит? К снижению качества дошкольного образования. Еще одна прекрасная идея – повысить эффективность управления. Здорово, чтобы у нас все это эффективно управлялось. В Москве это началось, сейчас идет в регионы объединение школ и детских садов. Хотели все оптимизировать, хотели все улучшить. В результате дошкольное образование оказалось вне сферы внимания директоров школ, потому что они не понимают специфики, они не знают наших проблем. Из-за этого возникают колоссальные трудности. Опять снижается качество дошкольного образования. И очень модный ныне эффективный менеджмент. Это говорится о том, что неважно, чем заниматься, главное, чтобы он умел управлять. Приводит управленца, он начинает управлять, ничего не понимая в образовании вообще, и в дошкольном образовании в частности. И опять это к чему приводит? Это приводит к снижению качества дошкольного образования. Я здесь все время говорю о качестве дошкольного образования. Нам интуитивно понятно, что это такое. Но что же все-таки это такое качество дошкольного образования?
я все-таки ее переключу. Вот. Качество дошкольного образования. Что это такое? Если задуматься, на самом деле никто не знает. Нет единого мнения. Плохо видно, поэтому я в двух словах. Я хочу сказать, что разный взгляд у чиновников. Для них главное, чтобы не было проблем, чтобы показатели выполнялись, рейтинги были высокие, стопроцентная наполняемость. Что с детьми и воспитателями происходит, им до этого дела нет. Начальная школа. Какого ребенка начальная школа ждет? Начальная школа ждет удобного ребенка, чтобы он был послушный, чтобы не мешал на уроке, чтобы он любил учителя, любил учиться, был такой дружелюбный. Ну, в общем, беспроблемный ребенок – это самое главное. Для них это хорошее дошкольное образование. Чего хотят родители? Родители ближе всего к ребенку, и их желание, здесь уже много об этом говорилось, их желание ближе всего к тому идеалу, который, наверное, должен быть. Они хотят, чтобы ребенку было хорошо, они хотят, чтобы с ребенком занимались, они хотят, чтобы было хорошее оснащение, чтобы была современная среда, они хотят, чтобы педагог был компетентный и любимый ребенком. Что же заботит воспитателей? Вот в тех условиях, в которых мы живем, что может заботить воспитателя? Сохранить ребенка в целости, сохранности, отдать его родителям. Конечно, все воспитатель, тот, кто работает в дошкольной сфере, он не может не любить детей, потому что вынести вот эту нагрузку не, без любви к детям это просто невозможно. Но как бы ты ни любил детей, ты находишься в очень жестких условиях. Поэтому заботятся воспитатели о детях, заботятся, но ровно в тех возможностях, которые им оставляет ситуация. А что им приходится делать? Заполнять планы, отчитываться, готовиться к праздникам, удовлетворять требования администрации, готовить группы к проверкам, развешивать флажки, лишь бы только к ним не было претензий. Я вам хочу сказать, что ничего это не имеет отношения к качеству дошкольного образования. Качество дошкольного образования должно определяться тем, насколько дошкольное образование приближает наших детей к той цели, которая стоит перед дошкольным образованием. Вот чем ближе мы к поставленной цели, тем качественнее дошкольное образование. Вот, казалось бы, я правильную вещь сказала, здорово, но я вас хочу огорчить. До последнего времени цель дошкольного образования нигде не была сформулирована. Если вы внимательно прочитаете федеральный государственный образовательный стандарт, там много хороших слов. Ребенка нужно развивать, заботиться о здоровье, обеспечивать его безопасность, взаимодействовать с родителями и так далее, и так далее, и так далее. И давайте выудим из этого, что же является главной целью дошкольного образования. Слава Богу, мы уже не говорим, что цель образования – это воспитать грамотного потребителя. Но было и такое, мы это помним. К сожалению, до сих пор образование называют услугой. Это просто возмутительно. Образование – это не услуга. Что угодно, не услуга. И ставя воспитателя в положение, ну, чего изволите, да? То есть мы должны выполнять требования потребителей, а родитель – потребитель. Вот эта ситуация абсурдна. И родители, и воспитатель – это две стороны одного процесса. Мы воспитываем детей, и мы должны работать вместе. Какая услуга? Какой заказчик? Какой исполнитель? В этой парадигме мы никогда не решим поставленных задач. Итак, Итак, в чем основные проблемы на сегодняшний день вот в дошкольном образовании? Я вижу организационные в первую очередь, да? Нет единства в понимании того, что считать качественным дошкольным образованием. Эксперты, наше научное сообщество, группы исследователей, они что делают? Они пытаются в этом вопросе разобраться. Используются во многом используются инструменты, принесенные с Запада,
это хорошо. Мы должны учиться, мы должны брать лучшее, то, что делается во всем мире. Международное сотрудничество – это прекрасно. Но надо помнить, что инструменты, разработанные для западных демократий, они не учитывают специфику российского общества. Поэтому в идеале было бы взять западные инструменты, взять у них лучшее, изменить то, что нам не подходит, добавить свое и сделать российский инструмент. Но, конечно, авторское право охраняет эти инструменты оценки качества, которые используются в стране, от всяких изменений. То есть либо вы используете то, что дают, либо делаете свой инструмент. Российских инструментов, разработанных в России, широко признанных, их нет. Так, чтобы вся страна работала в каком-то едином ключе. Сейчас получается, каждый регион по-своему решает эту проблему. Их же заставляют оценивать качество, потому что качество дошкольного образования, качество образования вообще, это очень-очень становится для всех важно. И теперь у нас оценка качества, вместо того, чтобы быть помощью воспитателю, помощью организаторам, заведующим, вместо того, чтобы им помочь и показать, где что не так, что изменить, как улучшить, к чему стремиться. У нас оценка качества вместо независимой оценки и помощи педагогу превращается в инструмент контроля и надзора. И в каждый регион он по-своему эту проблему решает. У всех свои инструменты, у всех своя оценка качества. Поэтому сравнить, например, детский сад из Владивостока и из Калининграда, я специально беру такие дальние точки, мы не можем. Там он может быть самый хороший, а потом непонятно, что они оценивают. Все оценивают свое. Все думают по-своему. Вот. И еще момент. Нет отлаженного механизма оценки, повышения качества. Ну, оценили мы качество. Увидели наши проблемы. И что? Что делать-то? Должна быть система, которая показывает, что нам делать, куда нам двигаться, чему научиться, что изменить, чтобы ситуация поменялась. Этот механизм нам необходим. Вот у меня перерывчики. Так, итак, что делать? Первоочередные задачи – это обозначить главные цели дошкольного образования. Причем эти цели должны отражать интересы и детей, и родителей, и общества, и государства. Разработать российский национальный каталог критериев качества дошкольного образования. Вот, ну, вот идеальную практику такую нарисовать, да? И соответствующий российский инструмент оценки качества. Чтобы мы понимали, что мы оцениваем, и чтобы мы могли сравнить детский сад в деревне и детский сад в мегаполисе по каким-то параметрам и понять, где чего не хватает. Создать современную систему повышения квалификации педагогов. И мы должны уходить от лекционных. Лекции нужны. Вот когда мы классический курс, там, развитие речи, как преподавать изобразительную деятельность, классический курс, лекции, они, конечно, нужны. Но если мы хотим изменить свой формат взаимоотношений с ребенком, применять новые технологии, освоить новые методики. Конечно, лекционный формат, он уже не подходит. Нам нужно повышение квалификации, когда педагог учится на практике, в интерактивных, в тренингах, в мастер-классах, чтобы он пощупал, потрогал и понял четко, что я пришел и раз, два, три. Вот что я делаю в своей группе. И еще что очень важно, то, чего у нас нет в стране, это необходимо создать условия для профессионального и личностного роста педагогов, систему мотивации. О чем я говорю? Ну, воспитатели, вот я считаю, это вообще герои, да? Они каждый день совершают подвиг. Они работают, работу их вот на этих, на таких больших форумах, там, мы говорим там спасибо, 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 или с каких-то трибун, да, и все. В основном благодарности. Работу их не видно, никто ее не замечает.
конкурсы «Воспитатель года». Ну, там у нас один «Воспитатель года» победил, его все увидели. Ну, и потом этот конкурс, он зачастую все соки выжимает из конкурсантов. То есть они готовятся, лишь бы в этом детском саду был конкурсант, а не для того, чтобы... То есть ему для личностного роста это ничего не дает. То есть нужно нам создать такую систему, чтобы работа педагогов была видна. Видна родителям, видна обществу, видна администрации. Потому что то, что вы делаете, этот колоссальный труд, должен быть оценен по достоинству. Ведь не только зарплата решает, не только деньги. Ведь еще важно то, какое место в обществе занимает воспитатель и педагог. Для родителей воспитатель должен быть партнером, другом и в чем-то наставником. Вот именно так должны родители нас воспринимать. И опять же, вернемся к главной цели дошкольного образования. Ну, вот на научном, то, что Николай Евгеньевич сформулировал на научном семинаре, на таком закрытом достаточно, он сказал, что главное – это воспитать личность. И он же объяснит, я надеюсь, я вот точно не знаю, о чем он будет говорить, я просто знаю, что он будет выступать. И там личность, субъект, объект, что это такое, он об этом подробно скажет. Вот. Но должно главную цель дошкольного образования, вот Николай Евгеньевич сформулировал, и что? Вот я вам сказала, этого недостаточно. Нужно, чтобы цель была сформулирована на государственном уровне. И вы удивитесь, но цель эта была сформулирована, и вы удивитесь, кем она была сформулирована. Я когда внимательно прочитала указы президента, касающиеся образования, ну, у меня был определенный шок. Он сказал именно то, что должны были написать мы в ВГОСах, что должны говорить все ученые. Он сказал, что главная цель образования – это воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. То есть мы не просто развиваем детей, не просто идем вслед за ним, чтобы он был успешен в жизни. Нет такой цели, что он должен быть и успешен, он должен быть здоров, он должен быть развит. Но не может дошкольное образование государственное ставить себе такую цель. Он должен ставить воспитание личности и гражданина. И вот Путин об этом сказал, и я очень надеюсь, что авторитет Путина поможет. Вот. Ну, он поставил еще очень хорошие задачи, я не буду на них останавливаться, но там и про повышение квалификации. Вот я не у него взяла. Вот все, что я говорила, я не у него взяла. Да? Я когда уже подготовила презентацию, я уже потом внимательно прочитала. Я когда увидела, что у него в задачах стоит то, о чем я говорю, вот такие дела. Итак, что же можно и нужно сделать для развития качества дошкольного образования? Ну, во-первых, не все зависит от воспитателя, не все зависит от педагога. И надо разделять сферы ответственности. Когда мы делаем оценку качества и оцениваем детский сад, если там, мы взаимоотношения взрослого с ребенком и среду оцениваем, да, и если там бассейн, и вот у нас получается хороший детский сад или плохой по массе признаков, половина из которых от воспитателя не зависит. Поэтому, на мой взгляд, оценка качества должна состоять из двух частей. Одна часть – это оценка качества работы государства, учредителя, общества, да, то, что от воспитателя не зависит, то, что зависит от наших государственных органов, от наших чиновников, это должна быть отдельная оценка качества. И оценка качества работы педагога. Вот это должны быть две разные вещи. У нас
государство, общество, руководство дошкольной организации, педагоги и родители, они все участники образовательного процесса, а отвечает за все воспитатель. Итак, разделим как бы наши пожелания и будем ждать, что... Вот Любовь Николаевна здесь нет, но она... Ой, вот. Любовь Николаевна, вот к вам, как к депутату Государственной Думы, как к нашему вечному защитнику. Вот много лет она поддерживает дошкольное образование. Именно она... И конференцию поддерживает, и все начинания поддерживает. Она там бьется за наши нужды смертным боем, я вам честно скажу. Вот в вашу копилочку наши пожелания. Значит, ну, во-первых, выполнить майские указы президента 2018 года без побочных эффектов. Не надо придумывать ничего сверх того, что он сказал. Не надо за счет каких-то оптимизаций выкручиваться. Вот давайте все-таки попробуем буквально сделать то, что написано. Вот. Из таких мелких, но очень важных, катастрофических вещей это нужно ограничить предельную численность детей. Либо увеличить количество воспитателей. Западные технологии, если вы посмотрите, западные программы, те, которые вот, используются там в развитых демократиях, так их будем называть, у них 10 детей на взрослого. 10 детей на взрослого. Вот, и это считается много. Они еще допускают волонтеров, они еще допускают родителей, привлекают. 10 детей, я думаю, что если бы у вас было по 10 детей на взрослого, вы бы горы свернули. Вот. И повышать зарплату, второе, нужно не за счет оптимизации, а просто увеличить заработную плату. Теперь по обучению. Сейчас повышение квалификации, вот обязательно повышать квалификацию, кто не повысит квалификацию, чего-то там не получит, категории не повысит, в общем, всем атас. Что теперь делается? Значит, нужна бумажка. Не так важно, чему научат, лишь бы подешевле и лишь бы бумажка. Вот. Но этого оказалось недостаточно, лишь бы бумажка, лишь бы подешевле. Бумажку надо брать там, где вам скажут. Потому что... Бюджеты перераспределяются. Если в регионе проводят повышение квалификации, и они выделяют на повышение квалификации какие-то бюджетные деньги, они говорят, учитесь в нашем институте развития, потому что мы не хотим, чтобы деньги из региона уходили. О каком вообще-то повышении, реальном повышении квалификации в этой ситуации может идти речь? Да ни о каком. Потому что воспитатель лишен возможности выбрать то, что ему реально нужно. Поэтому, на мой взгляд, Любовь Николаевна, мне кажется, надо ввести образовательный сертификат. Это деньги педагогу выдаются. Он эти деньги, ну даже если там малые деньги, педагоги, они и свои деньги добавят. Лишь бы только найти то, что им реально нужно. Образовательный сертификат позволит педагогу самостоятельно оплачивать и самостоятельно выбирать тот курс, который ему нужен. Вот. Ну и опять же, вот создание российского национального каталога критериев качества дошкольного образования, то есть что же мы считаем качественным дошкольным образованием, я считаю очень важным. Вы поддерживаете это? И последний такой больной вопрос, который всех беспокоит, это санпины. Ну, там до абсурда иногда доходят. Санпины нужны, спору нет. Потому что мы не хотим, чтобы у нас, как на Западе, дети в ботиночках спали там на ковриках, чтобы у них не было индивидуальной постели. Нам это не нужно. Но до абсурда ведь тоже не надо доводить. Когда требуют от детской студии, в которой 10 детей всего, 3 туалета,
Да, для взрослых, для мальчиков, для девочек. Обязательно три туалета. Это все наши санпины. Спальни. Вот, открыть, пустить туда детей. Ну, в санпинах я сейчас не буду все это перечислять, углубляться. Вы лучше меня знаете, что там многие вещи чересчур. Вот надо не санпины убрать, а убрать это то чересчур, что в наших санпинах есть. Что могут сделать общественные организации? Это общественная палата, ассоциации, то есть те, кто должен защищать ваши интересы. Ну, во-первых, мы должны объединять всех участников образовательного процесса, чтобы родители, научное сообщество, чиновники, государство и воспитатели, чтобы мы все работали в унисон, на одну цель, чтобы мы помогали друг другу, а не мешали. Потом, что еще мы хотели бы, я считаю, в чем еще могут принять участие общественные организации? Это мотивировать дошкольные организации к оценке качества и к повышению качества. Потому что оценка качества дошкольного образования, какой бы там прекрасный инструмент не был разработан, это требует и усилий, и труда, и времени, и денег от дошкольных организаций. Конечно, наверняка вы и так все это будете делать. Но если мы сумеем привлечь коммерческие структуры, вот школа семи гномов, например, вот дарит подарки, да? Многие коммерческие структуры, которые делают продукцию для дошкольного образования, услуги какие-то, они с удовольствием будут участвовать в поддержке, если это будет правильно организовано. То есть нужно создать систему мотивации, чтобы педагоги участвовали в повышении качества не только потому, что это очень нужно, но чтобы это еще им было и как-то интересно. Вот. Ну, дальше там международное сотрудничество, инициативы поддерживают, все это должны делать общественные организации. Ну, честно говоря, кое-что мы уже сделали. Вот, мы создали Ассоциацию развития качества дошкольного образования. Я вам открою секрет, что изначально мы ассоциацию хотели назвать Ассоциация оценки и развития качества дошкольного образования. А потом по трезвому размышлению решили, что слово оценки надо убрать. Потому что оценка – это вообще не может быть ни целью, ни задачей. Нет такой задачи оценивать. Есть задача – развивать качество. А оценка – это просто инструмент, и мы им будем пользоваться. Поэтому оценка – инструмент повышения качества. Вот. И еще мы инициировали в рамках нашей ассоциации «Аркада» федеральный проект «Звезды дошкольного образования». Вот он как раз нацелен на то, чтобы вовлечь все дошкольные организации в работу по развитию качества дошкольного образования и создать им для этого все условия. Я не буду сейчас подробно говорить об этом проекте. У нас открыт сайт, он только открыт. Если там что-то не работает, прошу отнеситесь снисходительно, вот, но в ближайшее время там будет все работать идеально, вы все можете вступить в это движение, это федеральный проект, он поддержан Единой Россией, он поддержан... Вероника, скажи, кем еще поддержан. Вот, сеть педагогов... Да, я хочу сказать, что я... Горжусь и счастлива, что мы и Всероссийский форум педагоги России, и Единая Россия, и Всероссийское педагогическое собрание сотрудничаем с Эльфией Минимуловной. Хочу, чтобы вы ей поаплодировали за такое честное, правильное выступление. И хочу сказать, что... Этого не было в плане. Этого не было в плане, да. Но, несмотря на то, что этого не было в плане,
у нас с собой было. И я хочу, Альфия Минимуловна, вас поблагодарить от имени регионов. Мы совместно с Ассоциацией развития качества дошкольного образования и лично с Альфией Минимуловной проехали более 20 регионов России. И вот этот проект «Звезды дошкольного образования» стартовал у нас в Свердловской области. И я хочу здесь, на этом мероприятии, вас поблагодарить от имени министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Ивановича Бектуганова, который вам передает поклон и вот такое благодарственное письмо, а также передать благодарственное письмо руководителя Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктора Анатольевича Шептя за то, что такие правильные и нужные инициативы вы привносите, и мы убеждены, что совместно мы с вами эти инициативы воплотим в жизнь. Спасибо огромное. Я не буду собирать, ладно? Это реально не было запланировано. Верните, пожалуйста. Это не было запланировано, поэтому не засчитывайте это мне во время. У меня тут таймер стоит. Мне они говорят, что уже пора заканчивать, но я должна еще кое-что вам сказать. Ой, вот. Что мы ждем от общественных организаций, что мы ждем от государства, мы сказали, что же может сделать воспитатель. Сам это под вопросом, один в поле не воин. С коллегами он уже сделать много может. А при поддержке администрации можно свернуть горы. Итак, что же можно сделать? Первые шаги – это то, что вы можете прям сразу практически начинать воплощать в своих дошкольных организациях. То есть это самые те вещи, которые вам доступны в первую очередь. Это, сейчас, одну минутку. Оно что не туда? Так, вот. Вот этот сайт, я смотрю, слайд один пропал. Вот что могут сделать воспитатели, да? Воспитатели могут сделать самое главное. Это воспитать ребенка. Воспитание личности ребенка – это в ваших руках. И вы должны это делать, и будете делать в любых условиях, при любой материальной базе, невзирая ни на что. Потому что ключевая фигура в дошкольном образовании – это все-таки воспитатель. Вот, и теперь буквально быстро-быстро я пробегу, так, потому что я думаю, что Ольга Шиян, она будет выступать, она будет говорить о правильном понимании федеральных стандартов, и она все это скажет подробно. Но что мы меняем? Мы меняем среду в первую очередь. Мы создаем пространство детской реализации. Это то, о чем будет говорить Николай Евгеньевич. Что такое пространство детской реализации? Это то пространство, где ребенок может себя реализовать. То есть он может создать новый продукт, у него есть для этого условия. Он может предъявить, показать, и это будет всеми замечено. То есть это воспитание личности как раз в том случае, когда ребенок сам проявляет инициативу. Потом, еще что очень важно, изменить свою позицию в отношении взрослый ребенок. Мы все-таки по-прежнему детей учим. Мы учим, мы им говорим, что делать, мы им говорим, как делать. Новые технологии, они нас научат общаться с ребенком, ну не то чтобы на равных, да? Но общаться с ним как с личностью, мы его не будем учить, он будет учиться, и мы будем ему помогать. Для этого очень важно ребенка слышать голос ребенка. Это не значит, что слышать, что он говорит, это значит понимать, что он говорит. Либо понимать то, что он делает через его рисунки, через его действия. То есть слышать голос ребенка – это понимать голос ребенка. И научиться поддерживать инициативу детскую. Мы ребенок начинает что-то делать, мы подходим, помогаем. Не надо, он сам может. Так сбоку смотрим, если
необходима наша помощь, то мы ее как-то дадим, может быть, незаметно для него, но инициативу ребенку нужно поддержать, а не надо учить, перехватывать, направлять, дать ему возможность себя реализовать. Научиться вести диалог с ребенком – это тоже очень важно. Что такое диалог? Казалось бы, мы же разговариваем с детьми, мы же каждый день разговариваем с детьми. Это диалог, конечно, но это не развивающий диалог. Развивающий диалог – это очень важная вещь, это когда мы даем ребенку мыслить и высказываться. Мы его не опережаем, мы его не торопим, мы задаем ему открытые вопросы, и это очень важно. И еще последнее, это то, что делается, ну не буду уже возвращаться, это создание детского сообщества и взаимодействие с родителями тоже на новом формате. Как все это начать делать? Конечно, этому надо научиться. Вот. В частности, можно научиться в Международной педагогической академии дошкольного образования, где ректор Николай Евгеньевич Веракс. Вот. Так. Ох. Ну что тут у нас делается с вашей машинкой, ребят? Мы торопимся. Ладно. В заключение, так? Готовясь к этому форуму, мы сформулировали некие постулаты, на наш взгляд, постулаты, аксиомы, то есть то, что выражает ваши мысли, наши мысли, потому что мы с вами, мы вместе. И вот самые главные 10 пунктов мы хотим изложить в манифесте воспитателя дошкольного образования и передать всем, в том числе и в Государственную Думу. Вот. На этот форум зарегистрировалось более 10 тысяч человек. Я смотрю, не все ряды полные, но этот зал на 6 тысяч человек. Не все пришли, и это понятно. Лето, у всех много дел, а впереди еще учебный год. Но тем не менее, нас много. Мы профессионалы, и мы провозглашаем наш манифест. Я прошу вас, манифест воспитателей России, я прошу вас, там 10 пунктов. Я буду зачитывать эти пункты, и если вы с ними будете согласны, вы скажите громкое «да», чтобы Любовь Николаевна передала в Думу, что это все поддерживают. Итак, качественное дошкольное образование – это основа благополучия государства. Согласны? Личность ребенка – главная ценность. Согласны? Поддержка детской инициативы – основа развития личности. Принимаем? Дошкольное образование – это форма развития детей, а не услуга. Воспитатель – сердце и душа образования, а не машина, заполняющая бумажки. Союз педагогов и родителей – залог счастливого детства. Мы вместе. Образовательная среда, ориентированная на ребенка – это важнейшее условие развития. Среда – третий педагог. Согласны? Содержание образования – это ключ к успеху. Очень важно, чему мы учим детей. И теперь для качественного образования необходим личностный и профессиональный рост. Нам это нужно. И последнее. Больше доверия и свободы действиям педагогов. Меньше контроля и надзора. Меньше регламентирующих документов. Да. От нас зависит будущее России. Да. Спасибо.